Всем привет! И в этом видео мы поговорим про статистику развития проекта АИ-маркетинг. Посмотрим на разных сайтах, какое идет развитие, какая статистика, посещаемость сайта. Также поговорим о том, с какой суммы стоит начинать зарабатывать в проекте АИ-маркетинг, как можно разогнать депозит. Итак, поехали! Если вам предлагают инвестировать в какой-либо проект, стоит вначале его проверить, какое идет посещение, с каких стран и так далее. И таким образом сегодня мы проверим посещение сайта проекта AI-маркетинг. Давайте посмотрим. Откроем всем нам известную Алексу. Это alexa.com, можете посмотреть. И можете в самом низу там вбить AI-маркетинг, и у вас выскочит вот такая статистика. Смотрите, оказывается, что сайт AI-маркетинг находится на 651 месте. И это очень даже мощное посещение, то есть посещение идет здесь, смотрите, с Штаты, Египет, Россия и так далее. Но здесь версия Alexa — это не платная версия, то есть бесплатная, поэтому она не показывает всю статистику, но тем не менее, посмотрите, 651 место, ребят. А погуглите, посмотрите на Алексе разные другие сайты, и вы будете очень сильно удивлены тем, что здесь вот такой вот ранкинг по сайту AI-маркетинг. И это как бы круто. Дальше. Это не все, что я хотел сегодня вам показать. Откроем сайт с вами еще вот такой, hypestar.com. Вбиваем сюда AI-маркетинг, и у нас есть вот здесь вот информация. Здесь мы часть информации также переведем. С каких стран у нас идет посещение? Посмотрите, какое количество стран и в процентном соотношении, какое идет посещение с разных стран. Я думаю, больше говорить об этом не нужно. На этом же сайте можете погуглить разные другие инвестиционные проекты. Я думаю, что вы увидите существенную разницу. Но давайте также прочитаем вместе с вами, что здесь вот написано на английском языке, и обратим внимание. Но чтобы не мучить вас на английском языке, давайте возьмем переводчик и с вами переведем эту информацию. Сколько людей посещает AI-маркетинг каждый день? AI-маркетинг посещает около 3,3 миллионов посетителей. Представьте себе, и 17 миллионов просмотра страниц в день. Шок, правда? То есть я думаю, что увидите, какое комьюнити у AI-маркетинга. А дальше, из каких стран AI-маркетинг принимает больше всего посетителей? США, Египет, Российская Федерация. Ну, видим, да, что здесь как раз таки сходится. А сколько может зарабатывать AI-маркетинг? AI-маркетинг должен зарабатывать около 39 тысяч долларов в день от рекламных доходов. Ну, как бы вот такая информация. Какова оценочная стоимость AI-маркетинг? Ориентированная стоимость AI-маркетинг составляет 29 миллионов долларов США. Какие IP-адреса, где расположены серверы AI-маркетинг? Серверы AI-маркетинг расположены в США. Очень интересная информация. Я, конечно же, обращаю внимание вот на такую вот информацию, которая дается вот на таких поисковых сайтах. Прежде всего, меня, конечно же, интересует конкретика, да, то есть с каких стран люди заходят, посещают, не посещают, какой ранкинг, например, вот здесь в Алексе, то есть это тоже очень важно. Хотя это не самое главное для меня лично, для меня главная вещь — это то, что в проекте AI-маркетинг есть ежедневные выплаты, и, например, если мы делаем выплату сегодня, то в течение суток мы получаем средства на баланс, так как данные на разных сайтах по поисковым запросам могут отличаться, то здесь конкретно, то есть мы видим реальность, да, то есть что мы можем поставить сегодня на вывод, завтра мы его получаем, значит, все четко в проекте, сайт оплатит, все круто. Вот такая вот, друзья, статистика. Я хочу сказать, что эта статистика мне очень даже нравится. И я хочу сегодня также вам немножко продемонстрировать. Вот здесь вот 26 мая я показывал также видео по работе рекламного бюджета в 68 тысяч долларов, какая там доходность. Если не видели, можете посмотреть. А также говорил о том, что дожимаем оборот в 5 миллионов долларов. И здесь вы как раз таки видите сейчас эту статистику, что вот у нас немножко не хватало до 5 миллионов долларов. Здесь мы показываем обычный вот такой, так скажем, аккаунт с небольшой структурой, так как многие люди не верят, не видят и не понимают больших цифр, поэтому мы отталкиваемся от маленьких цифр, чтобы показать вообще как бы людям, которым наблюдают,
идет ли, например, развитие в проекте или не идет, и пополняют ли, например, партнеры балансы или не пополняют. Соответственно, вот здесь, если вы видите, да, опять же, напомню, кто сегодня посмотрит первый раз, есть сумма слабых ног и одна сильная нога. То есть на эту сильную ногу мы не обращаем внимания, нас интересует, как я сказал, уже небольшая, так скажем, группка структурок маленьких, да, где идет еженедельный отчет, и вы можете понаблюдать, заходят партнеры или нет. То есть в сумме крупной ноги ничего не меняется, а вот в слабых ногах меняется. Итак, 26 мая здесь был оборот 2 879 тысяч, и почти 5 миллионов в общем зачлось здесь по бонусной программе. Давайте посмотрим на скрин с сегодняшнего дня и посчитаем, какое количество средств зашло вот здесь вот в сумму слабых ног. Итак, здесь у нас есть такой скрин. Обратите внимание, что продажи в структуре по бонусной программе перевалили уже за 5 миллионов. И здесь у нас в сумме слабых ног 3 миллиона 156 903 доллара. То есть, если мы посчитаем 3 миллиона 156 903 и сравним с прошлой недели 2 миллиона 800 79 930, получается, что за предыдущие 7 дней в сумме слабых ног зашло 270 тысяч долларов. То есть мы видим, что регулярно, плавно идет вливание средств, то есть партнеры покупают, то есть пополняют рекламный бюджет, заказывается, так скажем, реклама, и таким образом идет мощное развитие. То есть мы видим, что вот такие вот средства заходят в данный рекламный бюджет в сумме слабых ног. А дальше, друзья, очень важный момент — это то, как нарастить вообще здесь депозит в данном проекте. То есть с какой суммы начать. Это очень важно, и очень многие люди как раз таки нас часто спрашивают, с какой суммы начать, допустим, как нарастить депозит и так далее. Я здесь сделал небольшую табличку и хочу вам также ее показать и прочитать вместе с вами, а вы уже задумайтесь, а так это или нет, на личном опыте. Конечно же, только на личном опыте вы сможете это проверить, но с того, что я вижу в проекте, да, то выглядит это именно так. Итак, давайте посмотрим. Смотрите, как за полтора года заработать более 45 тысяч долларов с минимальными инвестициями, без рисков, сложностей и чувствовать себя прекрасно, спокойно. То есть речь идет про то, чтобы не инвестировать большую сумму, но фактически за полтора года можно заработать будет 40 или даже больше 45 тысяч долларов. Соответственно, выглядит это следующим образом, друзья. Смотрите, делаем пополнение на 100 долларов. За первый месяц у нас будет заработанных примерно сверху 40 долларов, и мы можем сделать реинвест, и на второй месяц у нас пойдет в работу 140 долларов. Соответственно, дальше мы не выводим средства, а просто реинвестируем и получаем 200 долларов уже в конце второго месяца. На третий месяц, то есть мы регулярно отправляем средства конкретно в работу, и они нам дают в третьем месяце с 200-280. Ну и дальше, я думаю, что вы сможете видео поставить на паузу и посмотреть, каким образом увеличивается рекламный бюджет. И до 18 месяца, то есть на 18 месяц, на балансе может выйти 45 тысяч долларов. То есть вы, в принципе, можете вот таким образом нарастить со 100 долларов 45 тысяч долларов. Проверьте на личном опыте, так это или нет. Попробуйте лично сами с небольшой суммой. Таким образом вы сможете убедиться, что в теории, конечно же, ну и в практике даются вот примерно вот такие возможности здесь в проекте АИ-маркетинг. Я хочу сказать более, что я также для вас подготовил статистику, примерную статистику того, какие суммы дают какую доходность за определенный период. То есть разный депозит дает разную доходность. И депозит в рекламный бюджет, он расходуется, да, то есть мы пополняем, например, наши 100 долларов, они расходуются и зарабатывают нам профит. То есть мы этот профит можем здесь реинвестировать, но наши 100 долларов скоро закончатся. То есть реинвестируя, мы продлеваем жизнь нашему аккаунту. А смотрите, друзья, я подготовил для вас вот такую статистику того, с какой суммы лучше начать. Давайте посмотрим эту примерную статистику на основании предыдущих инвестиций в рекламный бюджет. То есть смотрите, если размещать 100 долларов в рекламный бюджет, мы заработаем примерно
60%. Я говорю, что примерно, потому что здесь каждый аккаунт работает отдельно, да, то есть на каждом аккаунте может быть разная статистика, но примерно это вот такая вот сумма, то есть если начать со 100 долларов, будет 160 за период, если больше не пополнять. Если начать от 500 долларов, будет плюс 80% к вот этой вот сумме, и это действительно так. Если начать от 100, от 1000 долларов, то можно заработать около 90%, то есть лично я также проводил такой вот опыт и показывал, что с 1000 долларов заработано было там 97%. Ну тут мы говорим про 90. 2000, если мы размещаем, у нас будет 110. 3500, 125 примерно. От 5000 долларов будет 200% чистыми. Это не говорится про тело вложений, да, которое тоже возвращается нам в процессе, да, в работе. И от 10000 долларов мы можем заработать 350%, но я хочу сказать, что здесь будет 250% чистыми, в лучшем случае 350%, но это нужно, чтобы каждый проверял лично на аккаунт. Соответственно, друзья, вот подумайте сами, сколько вы хотите зарабатывать, с такой суммы нужно вам конкретно и начинать, то есть хотите больше зарабатывать, нужно начинать с суммы больше, но это уже ваше личное решение, вам принимать его самим. Кроме этого, друзья, я не зря это вам показываю, чтобы вы поняли, смотрите, можно начать со 100 долларов и с 100 долларов разогнать свой депозит в течение 8 месяцев и получить 1000 долларов. А можно 8 месяцев и не ждать, когда маленькая сумма будет нам работать и сделает нам 1000 долларов. Можно начать от 1000 долларов и сэкономить себе 8 месяцев. Тоже интересный вариант, правда же? Но также, друзья, можно, например, начать суммы побольше. Ну и, конечно, вы уже сами можете догадаться, что чем больше сумма, тем короче срок. Например, если, допустим, вот прикинем, к примеру, не надо целый год тратить на то, чтобы разогнать со 100 долларов до 6000 или до 5000. Мы можем проинвестировать 5-6 тысяч долларов и с 13 месяца уже начать разгонять наш аккаунт до 45 тысяч долларов. То есть представьте, вот с 6 тысяч долларов размещая 6 тысяч долларов, делая реинвест, ставим так, 1, 2, 3, 4, 5 и на 6 месяц, то есть в течение полугода с 6 тысяч долларов можно сделать 45 тысяч долларов, если регулярно реинвестировать средства и они будут уходить в работу. Вот такая статистика, друзья, то есть показываю здесь вот на реальных примерах, на основании опытов, две статистики по разгону депозита, а также статистику по доходности, в зависимости, какую сумму мы инвестируем или реинвестируем. И говорится здесь как раз таки о том, что в проекте AI-маркетинг можно заработать очень хорошие деньги, даже никого не приглашая, потому что многие партнеры хотели бы заработать в партнерской программе, но многие люди, которых, например, они приглашают, говорят им, да нет, ну как бы я буду думать, сейчас такое время сложное и так далее, и так далее. Так вот, есть самый простой вариант, как, во-первых, сделать впечатление, произвести на ваших партнеров, и пока вы это делаете, заработать просто-напросто на пассиве. Вот, то есть это разместить удобную нам сумму свободных средств, не кредитные, не заемные и так далее, старайтесь работать хорошо со своей жадностью. И просто делать реинвест определенное время. Я поставил себе цель, чтобы делать реинвест там 3-5-6 месяцев, допустим. Таким образом, даже если мы размещаем, к примеру, 2000 долларов, то представьте себе, на 16 месяц у нас с 2000 долларов, представьте себе, 15-16 месяц у нас более 10 тысяч долларов в работе. Таким образом, ваши знакомые, которых, возможно, вы пробуете пригласить, показать и так далее, ну, у них просто не будет аргумента, они будут сами в шоке с того, как из 2 тысяч долларов сделать 12 тысяч долларов. Представьте. Так что, друзья, сегодня хотел поделиться вот такой вот статистикой, а вместе для вас конкретно, да, относительно того, какое идет посещение сайта, количество посещений, да, то есть также хочу сказать,
узнать такую информацию, что на последнем брифинге с представителем администрации в чате конкретно была такая информация, что на платформе более 2,5 миллионов пользователей. То есть представьте себе, какое мощное сообщество, так скажем, да? Вот. Надеюсь, данное видео было вам полезным. Если так, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь также этим видео с вашими партнерами. Всем спасибо!